Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Доброї раніці. Сьогодні відбудеться 16-та сесія Гомельського обласного совєту депутатів 27-го скликання. На порядку дня справоздача старшині Гомельського обласного виконавчого комітету Владимира Дворника об роботі виконкама у минулому році. Регістрація депутатів буде проводитися з 9 годин. Само ж посядження почнеться у 10 годин. Обласная газета «Гомельская правда» означила 99-годие. Подчас святкования журналисты поделились планами на ближайшую перспективу и презентовали новый фотоальбом, подрихтованный у редакции. Чем живе газета за год до юбилею, ведая Олег Сенцеров. Историки кажут, что это был вельми складанный час. У Петербурге недавно здесьнилась лютовская революция, цара больше нема, але и яким будет дальнейший лёс краины, так само никто докладно не ведает. И навіть у гэты дни у Гомеля вышел первый номер газеты «Известия рабочих и солдатских депутатов». Именно с гэтага выдания вяде отлик сучасная гомельская правда. Вядома, что первая редакция «Известий» находилась на улице Боярской, у доме Лурье, на другом поверсе. Сегодня это улица Баумана, а вот где конкретно стоял той самый дом Лурье, сказать уже тяжко. У одним из первых номеров у соковику 17-го гомельское «Известие» писали: «Революция здесьнена, але справа революции еще не завершена. Необходимо организовываться для ее обороны, потому что старые силы не покидают спроб вернуть свое страченное становище. Час диктовал свои темы. Про 99 годов и они уже зусім іншие. А про материалов, присвеченных амаль что юбилейной дате, артикулы об проблемах будовничей галины, развитии сельской господарки и функционировании школы будучини. А про того, у рамках святкування газета презентує підрихтований журналістами фотоальбом «Гомельщина унікальна». На протягу нескольких годів вони рихтували цікаві і маловідомі для читачів матеріали по історії регіону. Тепер саме цікаве вирішили обогульнити у одному виданні, чим я ще раз підтвердили, Гомельська область справді унікальна своєю історією, природою і людьми. Дуже довго ми шукали унікальні ці знімки, потім обрабатували, тому що кожен знімок, у нас стояла задача зробити кожен знімок як відкритка. Должен был быть как открытка. Какое-то время заняло перевод текста на английский язык, потому что издание у нас на трех языках, на белорусском, русском и английском языке. Сегодня «Гомельская правда» – это своесабливый холдинг. Апрача подрихтовки непосредственной газеты, журналисты занимаются выдавецкой деятельностью. У складе редакции працуя особный выдавецкий дом. Миновито тут подрихтованы альбомы, присвеченные юбилеям Гомельской губернии и Гомельской области, а так само особным городам, регионам. В этом году у эфир повинно выйти уластное радио, плюс интернет-портал, на який, вельми верогодно, хутко пошли працевать специальная теле. Я думаю, что у нас появится и такая телегруппа, которая будет снимать сюжеты, но это так, как планы на будущее. Мы должны зарабатывать и самообеспеченными быть. То, что и есть сегодня. Олег Сентюров, Евген Макеенко, Валерий Гапанько, телерадокомпания «Гомель». 2 года тому нотариальная служба Беларуси прошла процедуру реорганизации. Что изменилось за гэты час и каким чином новые умовы работы отбились на якости обслуговывания жыхароў Гомельской области? Отказ на это питание наши корреспонденты шукали у первой нотариальной конторы областного центра. На отсутность работы нотариусы Гомельщины не скардятся. Но в областном центре я зразумела больше. Але и в районах сумовать не приходится. Что год у регионе здесьняется больше, как 200 тысяч нотариальных деяний. От оформления спадщины до операций с нерухомостью. При этом все больше клиентов отдают перевагу принципу одного окна. Гомельчанка Ева Михальченко лечит за лепшее заплатить по 40 тысяч за каждый документ, чем самой шукать необходимые организации в разных районах города. Да еще и стоять у чергах. Что везде и по телевизору говорят везде, что можно сделать одно окно. Все документы и они оформят, и это, ну, достанут и оформят, и не надо бегать и ездить. Вот, так как я инвалид второй группы, я уже не могу ездить. Самый редкий договор, який пришлось завирать гомельским нотариусам об суррогатном материнстве. Его заключили только одной, чего в 2014 году. Не користаются популярностью у жухаров региона и шлюбные контракты. Лето их было заключено только около 300. Меж тем нотариусы готовы разглядать все предугледженные законодавством звороты. С початку 2014-го яны працуют в новых умовах. Уже 2 года конторы не имеют статуса державных, что позволило сэкономить значные бюджетные сродки. Правда, на якость работы этот факт не готовы.
негативным чином не повлиял. Законность, оперативность, справедливость. Для юристов эти принципы завсёды должны быть главными в работе. Цель нотариата всегда была доступность правовых услуг, оказание правоюридической помощи, соответственно, законность и качество этой помощи. Поэтому касаемо граждан, порядок не изменился обслуживания. Олег Синтеров, Максим Савин, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». До речі, сьогодні глядачі зможуть задати своє питання старшині Гомельської обласної нотаріальної палати Маргариті Жоровій під час ефіру програми «Діалог». Говорка пойде об виниках роботи нотаріусів і змінах у законодавстві об нотаріаті, які відбулися сьоліта. Глядіть програму у прямому ефірі одночасово на телеканалах «Білорусь-3» і «Білорусь-4». Сьогодні 18:50. Номер телефону у студії 77-68-45. Яны проводят замеры температуры у глубине земли и на вышине у 40 километров. Робят прогнозы на будущий урожай и докладно ведают колькость сонечных годин на протягу года. Сегодня означается Сусветный день работников гидрометеорологической службы. С нагоды профессийного свята наши корреспонденты наведали державное предприемство «Гомель-Аблогидромет». Негледзячы на надвор'е і час сутак, кожныя 3 гадзіны гомельскія метэаролагі прыходзяць на гэты участак, каб зняць 7 паказчыкаў. Ад тэмпературы паветра да замеру сонечнай радыяцыі і хуткасці ветру. Праз 10 хвілін уся інфармацыя ў зашыфраваным выглядзе трапіць у рэспубліканскі гідрамедцэнтр, яшчэ праз нейкі час у сусветную метэаралагічную арганізацыю. Метеорологи кажут, что это только на первый погляд их работа рутинная. На самой справе яны ранее за інших доведываются об усіх климатичных изменениях и могут предсказать любые катаклизмы. Когда плохая погода, это вообще, это просто интересно. Когда во время, мало того, что между, ну, 3 часа каждый срок делаешь, то надо еще шторм какой-то, когда ветер сильно поднялся, когда туман пошел. Надо все это наблюдать. Информация, якую отримливают метеорологи, вельми запотребованная у разных галинах. Только у минулом годе у Гомель-Аблгидромет звертались представники 850 предприемств и организаций. Выратовальники, авиаторы, коммунальные службы. Сярод постоянных партнеров так само сельскохозяйственные организации. Сегодня специалисты Гомель-Аблгидромета могут не только дать прогноз по засушливости на бягучий год, але и постоянно контролюють тоже узровень вильгати у глебе, что дозволяет аграриям больше реально оценивать ситуацию и перспективы. Сельское хозяйство является одной из наиболее погодозависимых отраслей наших условий. К таким же погодозависимым отраслям относятся жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-энергетический комплекс, все виды транспорта, строительства. Процедура, якая повторяется каждые сутки, ровно о полове 3 гадзіны ночи. С Гомельского облгидромета запускается специальный зонд, який уздымается прикладно на 40 километров. За этот час он передаст на землю информацию об температуре, тиску и хуткости ветру на разных вышинях. З вясны, калі у атмасферы пачнуць азначацца навальнічныя з'явы, гэтая працэдура будзе праводзіцца двойчы. Зонды пачнуць запускаць яшчэ і ў дзень. З гэтага года ў Гомелі выкарыстоўваюць новыя зонды, якія працуюць праз спадарожнікі. На падставе гэтых дадзеных будуць зроблены доўгатэрміновыя прагнозы надвор'я ў Беларусі і іншых краінах свету. Мінімум суправаждаць этот радіозонд – это 7 спутнікаў. Если какой-то спутнік уходит уже за лінію горизонта, соответственно, перехватывает другой спутник, соответственно, программным обеспечением и аппаратурой, которая его сопровождает. И потерять зонд как таковой это будет невозможно. Необходимо собирать остальные данные, которые будут из программы, и уже отправить их на обработку во Всемирную аэрологическую сеть, на основании которых данных будет уже строиться общий прогноз погоды на ближайшее время. Олег Сунцеров, Ольга Коновалова, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. У Гомельским областным драматичным театре отбылася премьера спектакля «Чаровный сон». И он поставлен по повести Федора Достоевского «Дядька Усон», заслуженным деячам мастацтва у Республики Беларусь, режиссером Лидией Манаковой. Подробязности у сюжете Вероники Ворошилиной. Атмосферу минулой эпохи другой половы 19-го стагодия, якой просягнутый спектакль «Чаровный сон», подтримал импровизованный светский раут, что попередничал пошатку премьеры. Аматоры высокого мастерства убашили ритмичные и энергичные, а так само повольные хореографичные композиции, вытриманные у лепшей танцевальной манеры тех часов. После непротяглого перформансу на сцене разгорнулась театральная постановка. Свой мастерский погляд на оповесть Федора Достоевского «Дядька Усон» представила заслуженный деяч мастерства у Республики Беларусь режиссер Лидия Манакова.
Конакова. Спектакль переносит глядачоў у провинциальный городок, который является центром плеток, чуток, интриг, жаночих воинов за першинство в громадстве. Комичный выпадок життя его жыхароў проведет до драматичной развязки и нагадаю всем про вечные каштоўности. А так само про то, что жыццё – это незворотное мне не бытия, а счастье часом бываем кливым, але недолгочасовым. Всегда было важно и на сегодняшний день. Это нравственный выбор человека, его поступки, компромиссы, поиск, знаете, пути, как в жизни. Иногда невозможно, хочется прожить честно и красиво, но иногда бывают сложности, трудности, и человек совершает разные поступки, которые ему, может быть, и не хотелось бы совершить. И вот как с этим быть, что происходит? У спектакля задейничаны признанные майстры Гомельского областного драматичного театра, например, Марию Александровну Москалеву, энергичную и прагматичную даму, которая спробує выдать свою дочку за состарелого князя, играя народная артистка Беларуси Людмила Корхова. Роль князя, богатея шановного взрослого, который стратил память и унес шмат метусни у життя жыхароў маленького городка, выконывая заслуженный артист Республики Беларусь Юрий Фейгин. Комичное представление с уделом этого выдатного дуэта и инших талиновитых артистов театра дарит глядачам яркие эмоции и уражения. До речи, уже в ближайший месяц наведывальников драмтеатра чакает шерах инших цікавых премьерных проектов. 2 апреля и 24 апреля у нас удивительная магия на сцене, такое прекрасное шоу иллюзионное «Спящая красавица». Тут зритель может насладиться и посмотреть другими глазами на удивительную трогательную историю любви через призму иллюзий. 15 апреля у нас новая премьера. На том же месте, в тот же час. Это удивительная пьеса Слейда, которая прошла уже по многим театрам и России, и Белоруссии. И надеемся, что у нас тоже получится удивить зрителей. Вероника Ворошилина, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Выхаванцы 1-го в Беларуси военно-патриотичного центра специальной подрыхтовки до призывной молоди «Скиф», який працуе в Речице, с перемогами вернулись из российского Курска. Там проходил чемпионат по смешанных одиноборствах у память 6-й роты 104-го полка Псковской дивизии поветрано-десантных войсков вышиня 776. 16 команд удельниц, 280 бойцов, конкуренция была жорсткая. По выниках спаборництва у выхованцев «Скифа» первое и третье месцы. До речи, менавіта у Речице находится и первый створенный в нашей стране музей истории поветрано-десантных войсков. С уникальными экспонатами ознайомилась наш корреспондент Светлана Князева. Музей истории поветрано-десантных войсков разместился в будинку Речицкой районной гимназии. На увоходе установили самый буйногабаритный экспонат – БМД-1, боевую машину десанта. Побач – бюст героя Советского Союза, легендарного Василя Маргелова. Створальником музея истории поветрено-десантных войсков и подразделений специального призначения является Владимир Габров. Идея зародилась, когда при подрыхтовке выхованцев центра «Скиф» необходимо было собирать специальную материально-техническую базу для навучания детей. «Скиф» – это центр специальной подрыхтовки до призывной молоди. По своей системе навучания аналогов не мае. До речи, здымочная группа Белтелерадокомпании сняла документальный фильм об центре. Буквально на днях отбудется его презентация на великом экране. У музея собрана уникальная коллекция предметов, которые имеют дочинение до поветрено-десантных войсков и отрядов специального призначения. Экипировка, рыштунок навучального узброения, головные уборы войсковцев. А так само специальная литература, нагрудные знаки, документы. Например, история развития парашюта от створения первого экземпляра и до сучасных узоров. Особенно представлены фото людей, которые внесли свой уклад у створения развития разведывальных и специальных десантных подразделений. Есть у музея и шерох уникальных экспонатов. Предметом особливого гонору является, например, вот этот экспонат – разведчик-парашютист элитного армейского подразделения России. Уникальность их в том, что они могут совершать парашютное десантирование от 100 метров до 10 тысяч метров. То есть вы можете представить себе, после 4500 уже нечем дышать, соответственно, нужно специальное оборудование, дыхательная смесь, маска, баллон и редуктор. Музей является важным допоможником у патриотичном выховании молоди. И все, дякуючи особистой затекавленности Владимира Габрова, у якого отрымливается объединять вокруг себе подлетков и вышить их оборонять родимым. Дети, которые приходят, уходят просто под впечатлением, которое остается у них на всю жизнь. Взрослые люди, которые прожили жизнь, которые видят то, что здесь, они считают, что они, наверное, что-то в этой жизни все-таки не видели. Светлана Князева, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» из Речицкого района.
Новини региона, информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершенный. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги желаем вам пленного дня. До новых встреч в эфире.